Наступило лето, сегодня первый день лета и день защиты детей. Мы пришли посмотреть, как продвигаются благоустроительные работы. И отрадно, что два двора уже завершены. Сегодня провели приемку работ на Борисовских прудах, дом 8, корпус 1. Там сделан хороший прогулочный сквер для жителей с альпийской коркой, с фигурами разных животных, сделанных из зеленых насаждений. И вот мы сейчас находимся на Паромной 9, корпус 1. Здесь шикарная зона отдыха, есть детская площадка, есть спортивный уголок, зона тихого отдыха. И в честь год назад состоявшегося чемпионата мира по футболу, который проходил в Москве, здесь установлен такой арт-объект, фигура в виде футбольного мяча, в знак того, что, собственно, мы продвигаем и спорт, и здоровый образ жизни в районе Братеево. С жителями пообщались и на первом адресе, и в этом дворе. Работами жители довольны. Ну и вообще, когда появляются такие живые зоны отдыха, уголки, где можно провести время всей семьей, детям поиграть, взрослым позаниматься спортом, а старшему поколению отдохнуть на лавочках, вот после таких возможностей, когда в дворах они возникают, наши районы становятся лучше. Будем работать дальше. У нас еще несколько дворов впереди, где тоже мы ожидаем завершения работ, приемка работы. Надеюсь, что все лето впереди жители успеют насладиться тем, что возникло в их дворах.